Приготовьте вкусный и насыщенный черничный кисель по рецепту американских хозяек. Очень густой получается, практически как соус, который можно превратить в приятный напиток, добавив воды. У американцев нет понятия кисель, но зато они готовят похожие на соусы густые напитки из фруктов и ягод. Поэтому, чтобы приготовить черничный кисель, понадобится свежая спелая ягода, апельсиновый сок и крахмал. Хотя кисель и получается густым, но зато концентрированным, поэтому его можно смело разводить водой и делать более жидким и менее приторным. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. В кастрюльке смешайте чернику, сахар, цедру апельсина и сок апельсина, достаточно цедры половины апельсина. Размешайте, поставьте кастрюлю на небольшой огонь, дайте содержимому закипеть, пока черника не пустит сок. Пока варится черника, смешайте крахмал с холодной водой. Затем добавьте тонкой струйкой крахмал к чернике, перемешайте, пока не закипит. Вкусняшки, подписавшимся. Можете выключить огонь, дайте киселю остыть, подавать можете сразу, добавив ванильный экстракт. Хранить готовый черничный кисель можно в холодильнике почти неделю. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Апельсиновый сок 2 столовые ложки, апельсин 0,5 штуки, ванильный экстракт 1 столовая ложка, кукурузный крахмал 1 столовая ложка, количество порций 5-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем пока!